Значит, привет, скажи, пожалуйста, вот вы уже сегодня играли с командой Арсенал. Как вообще игра складывалась? Пару слов можешь об игре писать? Ну, Арсенал, он так более стал в защитку, и как бы тяжело было очень играть. Забили мы точку, и вот забили второй гол практически на последних минутах уже. То есть 2-0, да, вы? Нет, 2-1 выиграли, 2-1. Пропустили тоже в свои ворота. А как забили вам? На контратаке Арсенал прошел, и вот неплохо так они прошли, ну, массово и забили. Ну, у команды Гашка уже большой опыт выступления. Арсенал только начал в той лиге. Что бы ты им посоветовал все-таки, чтобы начать зарабатывать очки, выигрывать у таких команд, как Гашка? Ну, в целом команда неплохая, просто мне кажется, им немножко не хватает какой-то сыгранности. То есть, вроде как они неплохо, но более у них такой тотальный футбол, то есть, знаешь, то есть нету какой-то середины, наверное, золотой, чтобы они как-то разыгрывали. Скажи, пожалуйста, вот сегодня как поле вообще тяжело играть или нет? Вот были дожди, буквально две гроза. И вот сегодня поле все равно твердое, да, или нет? Да, поле, в принципе, твердое, плюс еще вот видишь, вот такая оголенная местность, солнце, вот, ну, это, наверное, такой минус. Ну, в принципе, нормально, то есть, ну, не скажу, что прям ужас было. Мне кажется, прошлая игра с Союзом была потяжелее, потому что была жара посерьезнее, наверное. А вот как ты оцениваешь игру вот сейчас, которая идет, Optima Farm Liverpool? Ну, мне кажется, такая игра более равная, да, но больше атакует, мне кажется, Optima. Сейчас на данный момент какой счет? Ничейный, 0-0. 0-0, ничего себе. Да. Ну, кто-то откроет, как ты считаешь, сегодня. Ну, я надеюсь, что Оптима все-таки забьет гол. Должны, мне кажется. В первом тайме кто сильнее выглядел, Оптима или... Ну, как по мне, Оптима сильнее выглядит. То есть они больше атакуют. Левого фланга полностью атакуют. Да, у них вот есть Антон. Полностью работал. Антон у них есть левый пол, то есть такой скоростной. Вся острота была только с этой стороны. По опасным моментам у кого больше, у Ливерпуля? Так, таких, ну, опасных таких, да, особо и не было, да, в принципе. Вот два раза, может, там пробивало Оптима так, ну, сказать, что это сильно опасный момент, в принципе, не скажем. Там воротажный момент мог, как ты, пойди до конца по Бориса, говорит этот нападающий. Сегодня вы проиграли с небольшим счетом 1-2, да, команде Optima Farm, и... В принципе, был такой мини-дуэль, наверное, как вот выше лиги, Арсенал и Optima Farm, если вот тут во второй лиге. У него, не Гашика, да, Гашика. Многие играют в выше лиги. Скажи, вот чем тебе Гашика вот сегодня запомнилась? Ну, команда опытная. И за счет некоторых высоких уровней исполнительной удалось прижать Арсенал к воротам. Но считаю, что более закономерно был бы результат ничья, но... В самом конце ему удалось все-таки переломить ход поединка и забить гол. Скажи, пожалуйста, ну вот в целом игра в каком русле проходила? Ну, первый тайм был относительно равный, во втором тайме соперник нас прижал к воротам, но без особого дивидендов для себя. Особо создавать опасных моментов им не удавалось. А у нас все-таки были удачные контратаки, которые, к сожалению, мы не смогли завершить. Ну, я же говорю, в итоге удача улыбнулась. Можешь сказать просто гол, забитый вашей командой? Был передача с глубины поля. Я принял мяч, развернулся, ударил. Вратарь отбил, наш нападающий удалось избежать офсайда. И он со второй попытки забил гол в ворота. Гашек. Спасибо большое. Класс. Я Женя с команды Galaxy. Женя, ты так официально подходишь к интервью, скажи, вот сегодня насколько у вас боевой состав, не боевой? Состав боевой, у нас сегодня 3 замены, сейчас 4 еще подъезжает. Мы что-то соперника пока не видим, мы ищем команду Титан. Какие изменения, скажи, у вас произошли вот по сравнению с прошлой игрой? Приехал нападающий, которого в прошлой игре не было. И я же говорю, замены, тогда только одна замена была, вот сейчас 3 будет. Вопрос еще следующий, что значит в команде Титан? А Титан, знаю, что они в прошлом сезоне выступали здесь в первой лиге, сейчас здесь во второй у них как бы дублирующий состав. Вот это что они не очень хорошо сейчас выступают, именно здесь. И вот ты сейчас наблюдаешь за игрой Ливерпуль, играет с командой Optima Farm. Что бы, как ты мог охарактеризовать эту игру, рассказать пару, ну, твои впечатления? Что могу сказать? Команда Ливерпуль набирает по ходу чемпионата. Вот. Хорошо подготовили, сделали себе красивую форму. Убегай. И у них начали подъезжать игроки именно с первой лиги, то есть с основного состава. Давай, Руся, давай, прокидывай сам себе. Ну, как ты считаешь, смогут они все-таки хотя бы в ничью сегодня сыграть или нет? Я просто не знаю, какой сейчас 1-0. Выигрывают, да? Проигрывают. Ну, конечно, могут, сейчас прибавят. Вон у них сидит две замены. Я думаю, выиграют. Ясно, спасибо. Команда Ливерпуль. В полном собрании. Скажите, за счет чего вы сегодня победили? Характера проявили.
проигрывая один мяч, да, все-таки два забили. Кто забил голы? Команда. Так, можно узнать, как был забит гол? Гол был забит просто, коллега по команде попал в перекладину, мяч отскочил ко мне, я как раз... А где этот коллега, который в перекладину попал? Можно узнать, почему сразу не попал в ворота? Ну, так получилось. Так как это? Специальная задумка, он хотел от перекладины. А, то есть это домашняя заготовка, да? Ну, можно и так. Хорошо, а второй гол кто забил? Я. Ага, ничего себе, то есть ты справился, да? Ну да. Так, а кто лучший игрок? Опять? Я? Вся команда. Вся команда. Вся команда. Саша, теперь охарактеризуй свою ошибку. Как получилось, что тебя забили гол? Ну, человек вышел один на один, я отбил, а второй уже не смог. Угу. Я лежал. Сколько ночей будешь мучиться, не спать по поводу этого? Одну. Одну ночь. Хорошо. Итак, ну, у вас есть какой-то девиз или нет? Нет. Нет? Я за всех за одного, да. Влад, твоя фамилия Бурлак, правильно? Да. Скажи, пожалуйста, что-то пожелать своим футболистам. Ну что пожелать? Желаю побед. Успехов. Слушайте, вы у настоящего Ливерпуля форму сняли или нет? Нет. Или все-таки купили? Сняли, да? До сих пор где-то бегает, Джерард ищет. Команда «Титан» готовится к игре, обсуждает, выпивает Моршинскую. Скажите, вы настолько уверены в своей победе, что приходите за 2 минуты до игры? Да. Ваши соперники уже полчаса разминаются. Ну, мы уже поразминались, мы уже играли. Да? Да. А, то есть вы уже готовы в форме полностью? Жало, что нет. Кто сегодня у вас будет нападение? Нападение Сеня и Коля. И Томашев. Что вы знаете о своей команде соперники? Ничего. От рассвета до заката пацаны вообще котята. Ага, ничего себе, вы стихами уже говорите. Я просто в сезоне играл за Йети против них. Да? Не сильные они. Ромка, ну ты сегодня забьешь, вот все говорят, что ты молодец, уже много забиваешь. Ну, увидим посмотрим. Увидим в исполнении голы. Я на замене пока посижу, потом еще выйду. Ничего себе, что это так? Да ну, все пусть поиграют, я уже отыграл 2 игры сегодня. Что вы там передадите Саше Франчуку? Какой привет, можете что-то передать? Он на игры ездит. Здоровлю. Ага. На игры. Я понял. Хорошо. И пусть Мивину нам покупают. Ну да, вы же без Мивины уже не можете. Команда Galaxy, или Galaxy, правильно, да? То вы сейчас побьете. Скажите, пожалуйста, как у вас настроение сегодня? Супер, отлично. Что вы знаете о команде Титан, с которой сегодня играть? Все, полностью, изучали? Вот и единицы. Что обозначает слово Титан? Металл, крепкий. Ничего себе, такие познания. Ну как вы сегодня, разобьете металл? Стараемся. Треснет по швам. С каким счетом? Мы его расплавим. 17-0. 17-0? Хорошо, ждем. Пожалуйста, вот все-таки вы проиграли неприятно, один мяч, что произошло? Что произошло, расклеились в середине тайма, ни серединки не было, вот и все. Весь второй тайм девятером возили их спокойно, а не забили, вот и все. А как был забит ваш гол, можешь описать, пожалуйста? Да. Ну, как он был забит? А, получается, я шел по бровке, мне седьмой номер в разрез чисто красиво передает, мяч чистый офигезно попадает на левую ногу. Я забиваю дальнюю штангу. Угу. Красавец был, да? Да, то есть можно считать красавцем голом. Ну и соперники, в принципе, неплохие позабивали тоже. Там хорошая, сильная команда. Там да, там наши Хотел ошибки. Хотел, а чем этот матч отличался от игры с Арсеналом? С Арсеналом? Это две разные команды. Просто это сильнее, это да? Намного слабее. То есть. А, слабее, да? Да, Арсенал сильнее играет. Угу. Арсенал намного сильнее играет. То есть, в принципе, поражение может винить только себя, да? Да, поражение Конечно. Виноваты мы, У нас виноваты. Не было просто этого, нашего... 17 номера Росика, он центр просто держал uh-huh. прошлую игру, вот и все, его не было и центра не было. А вот так... ни одного не было корня. Ну вам удачи, не расстраивайтесь. Да, вам матч. Тоже, спасибо. За счет чего вы победили 2-1? Хорошая команда наконец-то собралась, просто до этого матча мы играли, то есть в меньшинстве практически всегда. Сегодня хоть с одной заменой, но была нормальная Сначала команда. Сначала у тебя пессимистическое настроение было, видишь, а в итоге все закончилось положительно. Да, забил гол. Рома тоже забил гол.
Угу. Опиши голы, которые были забиты. Ромка, ты забил, да? Конечно. Опиши свой гол. В смысле свой гол? Ну, как забрал мяч у защитника, вышел 1-1 с вратарем и дал в угол дальний. А Коль, ты как забил? А, я сначала головой ударил по воротам, вратарь отбил. И на добивание. Ну да, защитник вынес, ну, неудачно я на добивание забил. Что бы ты сказал, как команде пожелал? Нашей или ихней? Ну, ихней. Ихней, чтобы они поспокойнее играли. Чтобы не ломали. Вам удачи. Виталик, ты профессиональный футболист. Скажи, пожалуйста, как ты настраиваешься на команду с Дом Архитектора? Тебе, смотри, только стоило сказать, сразу люди. Настрой боевой. Скажи, ну вот у команды Дом Архитектора возраст, как бы больше, скажем, такой, да, у них 16, ну, помладше ребята вас. Это сложнее или легче? Ну, для вас, ну, то, что все-таки возраст игроков, соперников будет поменьше. Правильно, какой возрастной категории играет там, ну, другие, как бы, команды соперников. Мы, как бы, в свою очередь выходим на поле, что-то кому-то доказывать. Ты вот был звездой на поле на Слободке, вот здесь уже на Ленинградке, как ты считаешь, осталась эта звездность или нет? Ну, то есть можешь или тяжелее я играть? Я никогда не считал звездой, я считал себя всегда командным игроком. Ну, здесь сложнее вот вообще как бы с большого поля на маленькое перейти к команде Вепр? Ну, команда как бы... Перед командой стоят разные задачи, но сейчас мы решаем перед собой задачу именно в таком плане. Сегодня ты забьешь? Буду стараться, я как бы не бог, не знаю. Убить его тебя.